Ну что ж, и всем привет, с вами Вейдж Совсин, и сегодня в рубрике «Смотр и не более» у нас будет игра The Hook, ну просто, точнее, Hook. А это у нас какая-то головоломка, которую я, честно говоря, пока не совсем понимать. Жбеньк-жбеньк. Вах. А я гений, мать твою. Здесь надо три. Раз, два, три. А четвертую же не надо, ну ладно. Пока что не совсем понятно, но это у нас такая головоломочка. Не забывайте, если вам понравилась данная игра, то ставьте лайки по данному видео. Чем больше лайков, тем больше вероятность того, что данная игра продолжит свои похождения в виде рубрики Let's Play, либо в виде рубрики стрима. Все эти игры, которые вы сейчас будете наблюдать, эти игры в основном куплены, да, где-то меньше, чем за 50 рублей. Поэтому, если вам интересно, заходите в Steam и смотрите там эти игры. Некоторые из них, я очень надеюсь, будут интересны, а некоторые из них могут быть полным трэшем. Ну, собственно, что поделать, все может быть. Вот здесь я уже вижу, что такая интересная достаточно головоломка, надо по очереди все доставать. И только тогда у нас как бы получится и эффект. Здесь явно вот эту, потом вот эту, а нет, пардон, да. Вот эту, потом... Вот эту, потом вот эту и вот эту. Прикольно, никакого обучения не надо, ну, собственно, и все сразу же понятно. Ну, коль уж мы до 9 уровня каким-то неведомым макаром дошли, то, наверное, действительно все это понятно. Так, вот это точно можно достать. И вот это точно можно достать. Прикольно, пока я доволен потраченными деньгами. Эта игра действительно пока что стоит того, что я на нее потратил. Так, вот это можно достать. Она вообще что-то ни к силу, ни к городу. Ну и вот это, соответственно. Давай-давай. Вот это можно. Я не совсем понимаю. Наверное, вот эту. Нет, нельзя. Хорошо. Значит, вот эту можно сейчас. Вот эту можно сейчас. И вот это можно сейчас. Весьма интересная головоломка. Ищите название Hook. Стоимость, говорю, где-то рублей, наверное, 30-40. Я думаю, не больше она будет стоить. Может, вообще 20 с копейками. Так, и вот сейчас вот эту вот надо вытянуть. Теперь вот эту. Теперь вот эту. Ну, а теперь вот эту. Слушайте, классно, мне нравится. Незамысловато, но интересно. А здесь что? А зачем? Ну ладно, так да так. Опа-на-на. Ага, то есть она прям... Подождите, а что она двигает? Я чуть не совсем понять могу. Просто вот это вот пересечение, оно... для меня пока остается загадкой. То есть, если я правильно понял, вот это и вот это. То есть я могу вот это убрать сейчас и вот это вот. Ладно. Сейчас они все это совмещать начнут. Так, меч я достать этот не могу. Вот это вот могу достать. Дальше вот эту вот штырь могу достать. Вот этот не могу. Сейчас я могу, по идее, достать вот этот. Ну и вот эти два. Короче, головоломка такая достаточно интересная на внимательность. Вот что вот этим я должен понять. Куда вот она уходит? Вот это, я так понимаю, наверное, перекресток, что ли. То есть вот эти вот я сейчас могу достать. Раз. Дальше вот это у нас идет сюда, сюда и сюда. Я могу ее убрать. Дальше я могу убрать, по идее, верхнюю. Дальше вот эти две. Вот эту и вот эту. Прикольно. А вот это я не знаю, что значит. Так, это вверх идет, но тут через шары. Чё? Слушайте, вообще найс. Еще больше нравится теперь всякие переключалки. Не знаю, конечно, сколько здесь уровней. Может быть, мы, не знаю, за 10 минут в итоге всю игру пройдем, но... Игра интересная. Игра интересная. Знаете, схемы так можно
смотреть. Я просто не помню, на какой-то игре я смотрел там 30 уровней. Я думаю, может быть, не в этой, может быть, и в этой. Так, вот это мы можем убрать. Вот это мы можем убрать. И вот это мы можем убрать. Почему мы не можем убрать? Потому что вот это нам мешается. А, пардоньте. Ну, в любом случае, оно нам мешалось. Крути, не крути. Ох ты ж, ё-моё. Вот это вот так вот. Мы сейчас уберем штырьки. Я не совсем понял, как убрались верхние, ребят. Ну ладно. А вот это вот нам не надо. Надо было, кстати, зафейлить, чтобы посмотреть, как это все работает. Оу. Класс. Так, теперь здесь вот так. Сейчас давайте, не знаю, ну, какой, 23-й, 30-й уровень. Посмотрим данную игру и дальше уже будем заканчивать. А, не совсем то сделал. Вот это я точно могу достать сейчас. Ну, по идее, да, наверное. Одновременно же я могу это делать. Ой, так, вот это вот штырь. Он идет сюда. Мне бы эту цепь разомкнуть. Да. Ну а теперь можно что угодно. Я могу все. Да, я молодец. Смотр будет коротенький, но я думаю, не стоит нам прям так заигрываться, а то вдруг тут действительно уровней много, а я тут все уже покажу, это, ну, по меньшей мере, не круто будет. Вверх теперь. Теперь вот эту вот хренотеньку. Косяк. Косяк. Торопиться начал. Не знаю зачем. Так, теперь мне надо вот эту достать. Вот так. Вот эту могу убрать. Вот эту могу убрать. Ну и, соответственно, вот эту я тоже могу убрать. Ну что я могу сказать? С каждым разом становится все сложнее. Так, я могу убрать вот эту вот фигульку. Вот так вот. И, в принципе, одновременно я могу еще и внутрянку убрать, да? То есть вот так вот. Здесь, соответственно... Ну, если я все правильно сделал, то, по идее, вот сейчас я внутрянки уберу. Здесь мы идем. Убираем вот этот серп. Убираем... Нет, не так. Вот так. И вот так. То есть сейчас одновременно уйдут с обеих сторон, да. Теперь то же самое. Так, я могу только вот таким вот образом, соответственно, вот так. Наверное, в первую очередь давайте мечик уберем. Возможно, тут, конечно, шаги считаются, которые мы на это все убиваем, но мне как-то реально фиолетово. Мне пока данная игра просто интересна, как головоломка. Но больше мне от нее ничего и не надо. Ну и все. Слушайте, с вот этими переключениями это, конечно, жепищута. Так, тут получается вот отсюда нам надо вести. Вот сюда, сюда и сюда. Чувствую, жопой быть. Чем дальше, тем хуже. Ага. Берем наверх, идем обратно.
Идем вниз, доходим донизу, возвращаем обратно, поворачиваем наверх. Это слишком легко. Достаем это. Здесь переделаем на обратную, соответственно. Идем наверх, поворачиваем вот здесь направо. Также оставляем тут. Ну, зеркально, короче, отображаем всю эту хрень, которую мы только что делали. Соедини провода, называется. Опа-на-на. Это еще что за байда? А, трехкран. Трехсторонняя штука. Фу, не заметил середину. Вот. Ну и последний давай. Нет, это 29-й, это не последний. Так, точечка. Мы можем достать вот эту штуку. И если пойдет сигнал, мы достанем эту. Соответственно, цепь надо разомкнуть. А почему вверх? А, все, понял. То есть вот так вот, вот так, вот так размыкаем цепь. И мы забираем две. Дальше можем это убрать. Теперь нас интересует, мы можем параллельно сделать оба действия. Отлично. Ну что ж, давайте последний уровень и будем уже на этом завершать наш смотр данной игры. Игрушка очень интересную головоломку из себя представляет. Ничего плохого о ней сказать пока не могу. Задуматься заставляет, гадина. В любом случае, в первую очередь, не надо выдвинуть вот это. То есть вот так вот, наверное. Да? Теперь вот эту. И вот эту. Вуаля. Ну что ж, ребят, давайте, как я и говорил, на этом уже будем серию, точнее, смотр данной игры заканчивать. Это у нас была игра Hook. Всем спасибо за просмотр. Не забываем, если вам понравилась данная игра, то ставим лайки под данным видео. Чем больше лайков, тем больше вероятности продолжения выхода серии по данному видео на моем канале. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Да, кстати, здесь еще и музыка достаточно неплохая. Знаете, звуки природы, все дела, ну, очень прикольные. Все, всем спасибо, всем пока.